Товарищи подводники, сегодня, наконец, мы можем сказать, что свершилась вековая мечта украинского народа. Теперь мы свободны. Нам, гражданам свободной Украины, принадлежит это море, это солнце и эта благословенная земля. Нам больше не нужно быть чужой житницей и кормить голодного, ленивого и к тому же пьющего старшего брата. Пройдет еще совсем немного времени, и наша страна станет славянской Францией, Канадой восточного полушария. А где Иван? Будете жить так, как живут все военные. Нелли рожает, роды тяжелые. Сейчас тут у нас у всех роды тяжелые будут. Капитан третьего ранга Иванов. Я. Кость Лобковая. Я, вступая на военную службу, торжественно клянусь украинскому народу всегда быть ему верным, преданным, защищать Украину, ее суверенитет. 85, 86, 87, 80... Неукоснительно придерживаться Конституции Украины, законов Украины, хранить государственную и военную тайну. Клянусь выполнять свои обязанности в интересах соотечественников. Клянусь никогда не изменять украинскому народу. Капитан третьего ранга Коноваленко. Ну что, если Иванов принял? Коноваленко. Давай. Ольга тебе не простит. Капитан третьего ранга Коноваленко! Ты что, Микола, забыл? Мы же договорились в присутствии жены и тещи. Но их же здесь нет. У тебя же здесь дом, сад, огород. Ты что, все это богатство хочешь поменять на голые сопки? Да там же 9 месяцев полярная ночь. Зима полгода. Дети рахитами будут. Я твоей жене сейчас позвоню. Желающие принять украинскую присягу, выйти из строя. Остальные, айда за мной. Янычар, стой! Останови своих! Я приказываю! Презерватив в сметку. Оркестр! Оркестр! Прощание славянки! Есть! Экипаж! Шагом! Марш! Янычар! Янычар!